В селе Алексеевка Джаилского района 18 сентября похоронили 42-летнего прапорщика Баатырбека Раймкула-Уулу, погибшего при исполнении воинского долга на кыргызско-таджикской госгранице. Он учился в медицинском училище и в 2011 году был призван на службу, где работал фельдшером на участке госграницы Баткенской области. В 2014 году был удостоен медали «Эрдик». Баатыр погиб 16 сентября, мужественно защищая родину, стояв до самого конца. В нашей семье есть военнослужащие. Сам я в отставке. Мой братишка служил в Баткенском районе. Он всегда был готов служить отчизне. И вот в нашей семье произошло горе. Баатыр погиб в ходе боевых действий на границе. У него остались супруга и трое детей. Проводить погибшего в последний путь пришел полномочный представитель президента в Чуйской области, глава Джаилской районной администрации, имам района, родные, близкие и соседи. У Баатыра остались супруга, трое дочерей и сын. Мекенин горгоп, ошо ухтавай мекендин четинде чегарада турган адамдын көзү тозокту көрбөйт деген урматтуу бир тууган. Ошо Баатыр инебиздин кудайым өзүнүн ошондой даражаларга жеткирсин. Кыргыз-тажик чегарасынан чыккан жаңжалдын кесепетинен. Невосполнимую утрату несет наш Кыргызстан. Вся страна оплакивает наших героев. Они сражались за мирное небо, за благополучие страны. Каждый военный твердил, что не отдаст ни сантиметра земли, родины лунного цветка, Баткена. Мы скорбим. От себя и от имени Чуйской областной администрации выражаю глубокое соболезнование семьям погибших. Пусть земля им будет пухом. Точной информации, сколько всего погибло солдат из Чуйской области, нет. Пока что установлена гибель четверых военнослужащих. Их отвага никогда не будет забыта. Ежегодно семьям погибших будет оказываться материальная помощь. 42 жашында мерт кетип ушул конфликте. Общими усилиями жителей Чуйской области мы собрали 160 тонн гуманитарной помощи. 9 грузовиков были отправлены 17 сентября в 7 вечера. В регионе развернуто несколько точек по сбору средств, вещей и первой необходимости. И на данный момент наши неравнодушные жители приносят вещи. Мы будем ежегодно оказывать материальную помощь семьям, кого коснулось горе. Никого не оставим без поддержки. Канал СТВ выражает соболезнования родным и близким Баатырбека Раймкула-Уулу и остальным погибшим военным баатырам, кто стоял до конца и защищал свою родину. Салима Дюшенбекова, Шаршымбай Акынбеков, СТВ, Джаилский район.